Юрк, привет, дружище, слушай. Сейчас я немножко покажу, но это на виде черешни моей. Вот моя черешня, вот, годовалый прирост. О, вот моя рука на вытяжку, даже выше. Вот такая вот. Вот была обрезка прошлый год. Как бы это вот вымершая часть. А вот если сейчас покажу вот так. Вот. Так на ладони видно. Вот капля большая. И вот капля. Она уже все. Уже как этот янтарь, блин. Ну, у нас это только весной. С Константиновичем еще вчера потом немножко болтали. Как бы он, Вань, ну это как бы не зимостойкий сорт получается абрикосов. Про яблоню как бы ничего не сказал. Яблони, потому что, ну, очень все больные. Вот тоже, видишь, обрезку делал. Отмерзшая прошлогодняя была ветка. Это вот годовалый прирост тоже. Разлучечка. Он не успеет вызреть. Еще вишка зеленая. Макушка уже вот зеленая. Не успеет вызреть. Тоже видишь, зеленая. Вот это вот еще может. Прошлый год я ее закутывал. Так скажем, утеплял. Сейчас чуть дальше покажу. Так, ну это к персику подошел. Персик тоже уже на вытянутую руку. Выше меня он уже. На вытянутую руку. Вот 2 года он с косточки. С магазина, но я тебе как-то рассказывал. Уже зависть есть, на следующий год должен засвести. Буду все загибать. Он гнется прям эластичный. Он гнется, все вот так вот буду накрывать. Все ветки гнутся, поддаются. Хотя штамп уже, смотри, какой толстый. Штамп уже, о, какой здоровый. По отношению к руке, к пальцам. Он какой штамп уже. За 2 года. Так, персики этого года еще есть. Вот персик. Это вот тоже черешня. Так, первая черешня перепривита на мою вишню. То есть вот уже тоже прирост. Тут была вишня из 2 корнеотводков. На одном этом корне 2 веточки было. Вот привил, пошла. А в этом году взял другой сорт. Вот сделал окулировку. Хотя я ее не предпочитаю, но пробую уже окулировкой. 2 окулировочки. Вот с этой. Это ипуть черешня. Это велка черешня. Так, тут вот еще один персик этого сезона. Вот персик этого сезона. Я их сажаю, на которые будут на постоянном месте под 45 градусов. Вот он так вот выглядит. Под 45 градусов. Вон еще маленький персик. Это у меня тут останется все на постоянном месте. Вот персик какой. Тоже под 45 градусов посажен. Вот эти прививки персика на терне. Вот сам терн. А это вот персик привит за сезон. И уже тоже получается почки цветочные. За сезон прививку в этом году делал. Вот сама прививочка. Уже листопад чуть-чуть начинается. Вот, почки цветочные уже. Так, еще что захочу. При вот этом этот терн попробовать привить черешню. Мне их здесь сколько? 1, 2, 3. 3 терна еще осталось. 4. Обрежу на зиму. Сделаю окулировку в зиму. Ну, вот эти персики тоже. Но эти я буду пересаживать на участок уже весной. Укрою все на зиму. Это теплолюбивые. Это не с Хакасии. Это не с Хакасии персики. Это на которые на рынке покупал. Что проросло. В прошлом году брал веточки и перепрививал. Прививал на терн. И, Юрк, ну ничего я не стригу. Ну вообще вот, вообще ничего не стригу. Ничего не стригу. Так, это вся грядка, это вишня на подвой для черешни. Тут еще немножко прививок осталось сделать. Тоже окулировку делаю. Вот, окулировочки. Еще где-то с недельку, с дней 10 им стоять. Вот прививочка. Черешню. 2 своих вида. Так, груша корнеотводочная. А вот эта грядка, здесь 180 штук абрикосов растет. Ну, там куча помидоров грядка. И еще 2-3 абрикоса. И персик вот на бок качается. Тоже будет на постоянном месте. Ну, блин, Юр, ну ничего мы не стригем. У соседа, кстати, вот абрикос 2-й год. Прошлый год я подарил весной. Сейчас покажу. Вот он. Рядом со мной прям. Чистенький тоже. Ничего, им говорю, ничего не стригите. Посажен на холмик. Видно, не видно. На холмике. Вот.
манжурский абрикос под номером 5. Такие листочки. Все чисто, ничего нету. Ну вот как бы так.